Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и очень часто меня спрашивают, как установить моды в FS19, и это видео создано специально для вас. Например, вы скачали мод, и он у вас хранится в папке моды, какая угодно это будет папка, вот Agramaster, например, вот вы скачали мод в формате zip, и далее вам нужно скопировать его в папку мои документы, далее my games farming simulator 2019 mods, и вот сюда вот его просто копируете. Ну, у меня он уже скопирован, я этого делать не буду. И после этого заходите в игру, и вот в этом списке он появляется, тот мод, который вы установили. Ну или же карта, если вы поставили себе новую карту. На этом, в общем-то, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.